Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ FM. Всіх вітаю, звати мене Микола Полосін, це проект «Кінокиїв Уікенд». Він проходить у двох форматах – на радіо «Київ-ФМ» і, звичайно, у YouTube-каналі «Київ-ФМ». Проект «Кінокиїв Уікенд» – це проект про кіно, про життя, про кіно у життя і життя у кіно. Ми говоримо із кінопрофі із різних сфер, із різних жанрів, так би мовити. Сьогодні в нас у студії Володимир Лерт. Вова, привіт тобі. Привіт. Слухай, ну, багато є питань до тебе, часу, як завжди, мало, але будемо говорити про біткоін-мові, будемо говорити про твій фільм «Мир вашому дому», да? Ну і також про твою шикарну співпрацю і досвід з іменитими кінопрофі. Супер, договорились. Розкажу все, що знаю. Окей, і навіть те, що не знаєш, домовились? Да. Поза ефіром ми з тобою про це говорили також. Да. Вов, давай про біткоін-муві цю історію. Я дуже я зацікавився цією історією, бо зараз багато шукають того біткоїну, майнять неймовірна вартість $55,000 на сьогодні. Ти вирішив зняти фільм. Чому? Ну, потому что это одно название такое биткоин-муви, потому что не так давно я узнал, что, и это, к сожалению, грустный факт, что 7% территории Украины — это свалка нелегальная. То есть, и мы живем во времена уже экологической катастрофы. Это не только проблема Украины, это международная проблема, в общем-то. Так. Мусор заполняет все. И на фоне... я услышал несколько историй о том, как люди начинают искать вот эти потери, потерянные биткоины, и в голове у меня соединилось две истории, собственно говоря. Это как рождался сценарий, когда я понял, родилась история, понимаете, о том, как парень ищет свои биткоины, потерянные на свалке. И я начал думать, свалка, катастрофа, вот это все вместе у меня начало бурлить, и родился этот фильм, в общем-то, вот если коротко. Угу, окей. А я знаю, що цей проект знаходиться зараз в стадії, ну, скажімо так, в якій стадії? Давай стадії, так, да? Да. Ну, просто, якщо говорити об історії, ага. Да, щоб этот фільм имеет немножко другую, как это сказать, подоплеку. Ага. Он говорит о том, что вам не нужно искать биткоины, вам нужно искать себя. И тогда у вас будет все. Класс. Тобто біткоін-мові – це пошук себе, якщо так перефразувати. Так, да, так, да, так. Да. Це якраз таки о том, що не потрібно шукати біткоїни, ні в коєм випадку, потрібно шукати себе. Супер. Слухай, я знаю, що, по суті, кошти на зйомки цього фільму, вони збираються по ходу створення, да, проєкту, написання сценарію, закупка реквізиту, препродакшн і так далі, і так далі. Як долучаються люди? І, я так розумію, це на довірі будується, щоб люди кидали тобі гроші на твій фільм? Ну вот мы пока это обошлись без денег, а исключительно биткоинами, которые мы, допустим, часть биткоинов ушло на реквизит. Я не буду говорить какой, чтобы не спойлерить историю. Так. Вот, часть, что-то ушло на сценарий, что-то ушло. Ну вот, собственно говоря, это независимое кино. Это один из путей, как сейчас создаются фильмы, когда, ну, не знаю, один из путей финансирования. Мне показалось, что это просто очень крутая идея снять биткоин-муви за биткоины. Не знаю, как-то это поэтично звучит. Слухай, ну, по суті, я зайшов на сайт проекту Bitcoin Movie, я, в принципі, можу стати там, якщо не помиляюсь, одним із помічником твоїх, да. Так? І будь-яка людина може дати кошти і донести, дати ідею. Ти, да. Як режисера, можеш її відхилити або взяти, так? Да. Я до того веду, що чи можуть люди впливати коштом на те, який вийде фільм? На самом деле так чаще всего и происходит. Я опять вернусь к фильму «Мир вашему дому» и вообще к любому фильму большому, пиксаровскому. Он всегда тестируется, делаются показы, людям показывают фильм для того, чтобы выяснить, насколько удается передать историю. Потому что когда ты внутри истории, ты в материале, ты знаешь всю вселенную, все. Часто ты вещи какие-то просто неправильно доносишь до зрителя. Поэтому я подумал, что как же здорово, когда есть Telegram, и можно
будущих зрителей, которые участвуют, надонатили тебе на кино, и ты условно, ну я сейчас примитивный дурацкий пример приведу, ты не знаешь, в каком она должна быть платье, в зеленом или в желтом, ну и в том хорошо, так, да? Так. И вот просто ты не понимаешь, сидишь и мучаешься, и думаешь, а вот спрошу-ка я у своих будущих зрителей, вот ради интереса, да, что они думают. Или, к примеру, да, ты часто можешь делать с этими людьми закрытые диджитал-показы, допустим, показать им первый вариант фильма и спросить у них, понимаете ли вы, о чем это кино? Если иногда бывает такое, что люди говорят, слушай, нет, мы не понимаем, что вы не понимаете, мы не понимаем, почему случилось вот это и вот это. И, собственно говоря, ты модифицируешь фильм таким образом, чтобы он становился лучше, лучше и лучше. Чаплин так делал кино. Вы знаете, Чаплин просто не выпускал фильм, в чем его секрет? Я разгадал, это уже всеми разгаданная вещь. Он не выпускал просто фильм, пока фильм не становился хорошим. Вау. Вот и все. Вау. И он держал его 2 года, он брал зрителей, показывал, он не писал сценарий, ему не нужно было, у него была своя киностудия, он приходил, говорит, я придумал, как мы это будем снимать. Они ставили сцену, проявляли, монтировали, работает хорошо, не работает, переснимали заново. И так вот он складывал, как конструктор, свой очень хороший фильм. Слухай, ну я пропоную перейти до вже готового, не в стадії проекту, а вже готового фільму, який, власне, також дивував народ. Ти про це розкажеш, це «Мир вашому дому», так? Да. Якщо не помиляюсь, він вийшов 2017 року. Да, і розкажи, він там по фестивалях був, його дивились, ще дивляться. Давай до нього перейдемо саме про фільм «Мир вашому дому». Поїхали. «Мир вашому дому», ви можете зайти на мой інстаграм vova.lert, там є лінк на цей фільм на Світ ТВ, де ви можете його посмотреть. Могу я об этом сказати? Ведь, да, правда, звичайно. Да? Ну вже сказав. Да, если что, это же можно вырезать. Да? Ну просто добре. Хочется, щоб люди увидели это кино. Оно 3 года путешествовало по фестивалям. Так. Случайно один из отборщиков «Золотого глобуса», Сергей Рахлин, увидел фильм, и они пригласили нас на «Золотой глобус» показать его, потому что картина им очень понравилась, и они сказали, знаете, понятное дело, что вы ничего не выиграете в этом году, и у нас, если честно, это независимый фильм, у нас не было большой там финансовой поддержки для пиара, но Сергей Рахлин сказал, что если вы пришлете этот фильм и пойдете на то это будет первый украинский фильм за всю историю «Золотого глобуса», который будет представлен жюри. И я понял, что нет, мы должны это сделать. В общем, по друзьям, по всем, надалживали денег. Uh-huh. Но, тем не менее, в общем, поехали, показали фильм. Туда пришел Стив Каплан. Был замечательный вечер. И, собственно говоря, мы остались очень довольными. О нас написали на статье, выпустили статью на сайте «Золотого глобуса», что очень приятно сейчас. И, собственно говоря, да, что еще? Мы выиграли кинофестиваль в Род-Айленде. Первое место «Мир вашему дому» получил. Лучшая кинематография во Флориде. По-моему, в Нью-Джерси еще какой-то мы взяли приз. Так. Собственно говоря, мы покорили американский кинорынок. Не кинорынок, а такой фестивальный. Фестивальный рынок. Да, фестивальный рынок, да. Что помогает сейчас покорить, я надеюсь, и кинорынок. Потому что фильм в стадии продажи долгой на американский рынок. Мы сделали классный дубляж на английский язык так, что во Флориде никто и не понял, что он был снят. Все подумали, что он был так снят. Это отдельный разговор. Ага, как мы схитрили и сделали такой тонкий дубляж, что люди думали, что он, в общем-то, был изначально снят так на английском. Слухай, ну и я знаю, что, да, фильм «Мир вашому дому» також відкривав фестиваль «Молодість» 2017-му, дай Бог пам'яті, так? Да, так. Це також, мені здається, дуже почесно відкривати потужний фест. Да, и это был второй кинофестиваль, который мы удостоились открыть. Первый фильм нашей команды сделали фильм «Отторжение» ага. с Богданом Ступко и Сергей Бабкин. А это был первый фильм, который 10 лет назад мы открыли, по-моему, или закрыли, по-моему, открыли все-таки. И вот сейчас открыли «Молодость» фильмом «Мир вашему дому». И кинофестиваль это сделал в оперном театре. Вау. Что мне показалось, Андрею Халпахчи очень понравился фильм, я могу об этом сказать, настолько, что он решил снять оперный театр, что приятно. Это было очень, это звучало круто, в общем-то, да, но я понял, что кино лучше показывать в кинотеатре, потому что там другая акустика и все такое, но ощущение того, что такая честь была для нас огромная, конечно, что мы показали этот фильм.
В общем, було. Слухай, фільм «Мир вашому дому» — це трагікомедія, да. Вірно? Вірно. Диви, мені здається, ми з тобою і поза ефіром про це говорили, що мені здається, зняти в якомусь жанрі — це складна річ, да? А взяти мікс жанрів і створити і комедію, і трагедію, умовно кажучи, те, на що треба сміятись, ми сміємось. Як ти до цього прийшов? Це потрібний солідний прокач, як на мене. Да, я учусь всю свою життя, понимаєш, я ніколи не думав, мене вигнали зі всіх школ, я был двоечником, и мои родители считали, что моя идея стать кинорежиссером — это абсолютно идиотическая вещь. Вот, что мне никогда в жизни не хватит на этого интеллекта у меня. Ну и, собственно говоря, эта злость и, наверное, желание доказать, что ты чего-то стоишь, меня заставило очень сильно учиться кино и учить все, что было, я не знаю, там, выпущено за последние 2000 лет, начиная от Аристотеля, для того, чтобы понять, как. Я понимал, что не может быть такого, что у Стивена Спилберга, понимаешь, что ему везет, у него вот каждый фильм выходит хороший, или как у Клинта Иствуда, ага. Что есть технология конкретно, что есть секрет конкретный, как делать так, чтобы у тебя каждый фильм, как у Чарли Чаплина, выходил, как минимум, хороший, понимаешь, а не какой-то отстой непонятный. И я начал это изучать, и жизнь меня забросила в Голливуд, там я закончил голливудскую киношколу, которая меня научила работать так, чтобы зритель оставался, так скажем, не то чтобы даже доволен, но чтобы он понимал, что это сделано для него. Слухай, як ти думаєш щодо от кіношної освіти, та? Як, на твою думку, я розумію, що, напевно, це важко порівнювати Америку і Україну, але чи є в Україні, наприклад, хорожі бази, якщо навіть не називати ім'я, чи є в Україні хороша кінобаза, кіношкола, да? Но при этом я не могу назвать никого. Давай так, якщо суперпотужні, то можеш кілька назвати, що з твого досвіду ти там був, ти спілкувався, ти навчався, да? Нет, ну сейчас только строится все, конечно же, но есть хорошие новости. Есть хорошие новости, есть компании, которые, есть школы, которые открываются. Дмитрий, вот напомни фамилию. Забыл сейчас. В общем, строятся компании, что самое классное, благодаря интернету и Зуму появляются киношколы с учителями американскими. Уже Каплан начинает преподавать в Украине, и другие американские учителя. То есть происходит глобализация. Теперь каждый парень или девчонка в селе могут получить голливудское образование, просто скачав книжку Каплана электронную, или же «Спасите котика». То есть вся информация теперь стала доступна. Я вам скажу, я вам напишу 5 книг, в которые упрется любая голливудская киношкола. То есть 5-6 книг, вы будете знать все о кино. Слухай, давай хоча б 3. От наші радіослухачі і ютуб-глядачі побачать, да, цей запис, і, хорошо, можливо, в них в душі, конечно, зараз ти сидить. Давай топ-3 від Вови Лерта. Да. Давай топ-5 все-таки. Давай, давай. Значит, вже. Начнем з «Спасите котика». Нужно прочитати книжку. Автора одразу кажи. Хороший вопрос, да. Это, автора зовут Блэк Снайдер. Значит, потом Блэк Снайдер, да? Значит, потом нужно прочитать обязательно после «Спасите котика» Синди Люмет «Как делается кино». 2. После чего нужно, я бы рекомендовал бы прочитать «Диалоги». Это Роберта Маки книжка называется. Вот. После чего, конечно же, я бы порекомендовал прочитать Станиславского, чтобы понимать, или лучше современную Ивану Чабок, чтобы понимать, что такое актерская игра, потому что режиссеру необходимо это понимать. Вот. Ну, дальше уже там по вкусу Станиславский, все остальных классиков. Ну вот, и, пожалуй, Каплан, обязательно Каплан, чтобы знать, что такое комедия. Стив Каплан, скрытые инструменты комедии, потому что часто, понимаете, не только молодые, любые режиссеры, они делают драму, и драма получается фальшивой из-за того, что жизнь, она, люди никогда не ведут себя так по-серьезски, понимаешь, мы всегда шутим, мы всегда иронизируем, даже в самые страшные время, во время там каких-то глобальных вещей, да, там ужасных, люди всегда шутят, поэтому Стив Каплан этому учит. Слухай, на завершення в нас є ще трохи часу щодо саме співпраці, да? Якщо хочеш менторства, це так можна назвати, з іменитими кінопрофі. Да? Я бачу в тебе поки не супер багато проєктів, але мені здається, ти до кожного підходиш по-особливому. І як взагалі тобі партнерство? Ти зараз в Україні, але в принципі мав змогу лишитися у Штатах. Да, когда я приехал, это смешно, потому что моя цель была, я приехал, попал в Украину, попал на съемки рекламных роликов 10 лет назад сюда и понял, что здесь я могу очень много снимать.
тренировать свои скиллы, прокачивать как режиссер, потому что в Голливуде я один из миллиона, а здесь парень из Голливуда. Вот, соответственно, я очень много, и мой план был научиться здесь больше-больше снимать фильмы, сериалы, все что угодно, клипы, ага. для того, чтобы вернуться в Голливуд и построить карьеру там. И когда мы были на «Золотом глобусе» с «Мир вашему дому», и я понял, что мне почему-то хочется больше вернуться сюда и здесь развивать кино, понимаете, нежели чем в Голливуде много очень людей, которые умеют кино снимать, голливудское. Вот, и мне захотелось все-таки поднимать украинское кино, потому что это интереснее, потому что интереснее быть у истока. Окей, можливо, ти вже ведеш якісь лекції, майстер-класи, навіть онлайн-формат. Це зараз дуже популярно, актуально, тим паче, окрім того, що ти назвав багато топ-5 книжок, люди, можливо, захочуть ще дізнатися про твій досвід. Підписуйтесь на мій інстаграм vova.lert, я там публікую різні відповіді на питання, і ми зараз робимо небольші майстер-класи з Константином Вайтенко, потрясаючий артист, дуже, так скажемо, він буде грати головну роль в біткоін-муві, до речі. И так. Он очень, так скажем, образованный артист, который может, актер, поможет. То есть мы делаем совместно небольшие тоже проекты. На кинофестивале «Молодость» планируем сделать мастер-класс Будет. Для актеров. Будет. Ага. Как играть в кино, как кинозвезда. То есть, понимаете, я понял, что актер, когда выходит из института, или есть пропасть между образованным актером и человеком, который становится в результате кинозвездой. Вот мы будем рассказывать про то, как уже для, так скажем, образованных актеров, как повысить квалификацию. Вот такие вещи. Но все это вот через Инстаграм, это самое простое, как... Можна. Ага. А слухай, Вов, ти згадав про Костянтина, так? Він буде грати головну роль у фільмі Bitcoin Movie. Да. Давай трохи проанонсуємо хоча б на сьогоднішній день, яка перспектива Bitcoin Movie з'явитися на онлайн-платформах, на широкому прокаті або на фестивальному. Я би надіявся, що це буде 22-й рік. 22-й рік. Да, 22-й рік, да. То есть сейчас мы очень плотно работаем с всевозможными крипто-тусовками, крипто-биржами, в общем, для того, чтобы поднять этот проект, потому что кино — это такое искусство, которое требует, как корабль построить, огромное количество трудозатрат. Я вот уже отучился говорить «мой фильм», мне это даже неудобно, потому что я понимаю, какое огромнейшее количество людей работает. Вот если вы посмотрите титры фильма, да, любого. Ты то... сидишь так, и да, там да, да. Это, и каждый этот человек, что удивительно, да, вы не себе представляете, каждый из этих людей влияет на непосредственное качество фильма. Ну вот без исключения, каждый человек. И иногда вот спичку вовремя не привезли, и все, там сцена уже не удалась. Слухай, як ти собі творчу команду, знімальну групу обираєш під час підходу до нового проекту? Так, це вже відомі люди або ти вагаєшся, шукаєш, да, по рецензіях, по рекомендаціях і так далі, в залежності від позиції. Для мене це те ж саме, що йти на як грабити банк. Тобто я вибираю людей, які мене не бросять, не придадуть ні при яких условиях, якщо закінчаться деньги, я договорююсь со всеми. Я фанатик, я делаю фільми для того, чтобы сделать наш мир лучше, и соответственно, со всеми, включая кинозвезд, я договариваюсь о том, что мы до конца, и «Мир вашему дому» люди доделывали уже без денег. То есть, естественно, потому что у нас все давно закончилось, и мы это отдельно нужно часы, чтобы рассказать вам. Я когда посмотрите кіно, всі «Мир вашому дому», ми поговоримо віддільно. Так, ми багато говорили поза ефіром з Вовою. Ну, я вам обіцяю, що якщо Стів Каплан написав на своєму учебнику «Я люблю этот фільм», то це точно 2 години не будуть потеряні зря. Вов, я дуже дякую тобі, що ти сьогодні завітав, знайшов час. Ми поговорили про твої проекти вже існуючі, про ті, які тільки створюються, і про твій неймовірний досвід. Він вражаючий. В принципі, я думаю, що зовсім скоро вже кінофест «Молодість» стартує. Можливо, там також побачимось. На завершення ти назвав топ-5 твоїх книг, які б ти рекомендував майбутнім кінопрофі. Топ-3 картини, які б ти давай так, топ-3 улюблених картини, фільми Володимира Лерта. Вот сейчас мы собьем, все побегут смотреть вместо «Мир вашему дому» что-то другое. Я вам честно скажу, я искренне знаю, что вы хотите сделать, но я вам честно скажу, еще поинтригую. Я искренне считаю, что «Мир вашему дому» — это учебник. Поэтому я в следующий раз, после того, как вы посмотрите это кино, я, может, и назову 3 фильма. А сейчас посмотрите, пожалуйста, «Мир вашему дому» или как минимум
отторжение. Но лучший мир вашему дому. Добре, Вов, на завершення. В нас є така історія, коли ми перед візитом кінопрофі робимо анонс про те, що людина прийде, і наші підписники можуть ставити, в принципі, питання до кінопрофі. В нас так. є деякі питання, і зараз я тобі їх поставлю, це в форматі бліц, і на цьому будемо завершувати. З удовольствием. Так, дуже-дуже... З однієї сторони прості, а з іншої можна і подумати. Перше питання. Ви самі маєте біткоін? Все потратив на фільм «Мир вашому дому», і це не шутка. Щоб закінчити, прийшлося їх розміняти по $330. Це який рік був, нагадай? 330? По-моєму, 15-й, да. 2015, тобто за 6 років? Боже, як піднявся. Да. Добре. Так, чи є в Україні якась культура біткоїну? Культура, я думаю, что вряд ли, я думаю, что это просто такая, еще, что это золотая лихорадка, что люди должны меньше обращать на это внимание, честно, про это и кино, и про, в этом и подвох, в этом и комедия. Ну и бачиш, також люди питали, чи це фільм про гроші, але на початку нашої розмови ти сказав, що це фільм не про гроші, а про... Про то, что не нужно их искать. Ну, как бы, это фильм про большие деньги, про большое современное искусство и про то, что нужно быть менее эгоистичным в нашем эгоистичном мире. Какая-то тавтология, но... И обов'язково шукати себе. Да, именно так. Вов, я дуже дякую тобі. Володимир Лерт, режисер, сьогодні був з нами. Проект Bitcoin Movie, вже наявний фільм «Мир вашому дому». Ну і багато ще цікавих історій було розказано. Цей запис ви почуєте вже на радіо Київ-ФМ у найближчу суботу. Та побачите наші YouTube-глядачі вже YouTube-версію у суботу 18:15. YouTube-канал Київ-ФМ. Побачите, як виглядає Володимир Лерт. Ми можемо ссылку оставити в описанні, ні? Ми все залишимо, щоб люди і побачили тебе, і почули. Дякую. Дякую тобі. Це Кіно Київ Вікенд. Звати мене Микола Полосін. Почуємось на наступних кіношних подіях. Тримайтеся, дивіться кіно, бо воно покращує та насичує життя. Кіно Київ Вікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Вікенд на Київ FM.